Школьники поздравляют постояльцев Щелковского пансионата с праздником. Для пожилых подопечных такие встречи не редкость. Управляющая пансионатом в Щелкове Юлия рассказывает, своим проживающим старается устроить разнообразный досуг, приглашает в гости различные коллективы и, несомненно, обеспечивают базовый уход. Гигиеническая обработка в течение всего дня. Мы их, соответственно, купаем, моем, подстригаем ногти на руках, на ногах, подстригаем волосы, если это требуется. Если нужна помощь в кормлении, соответственно, мы это тоже делаем. Также мы меряем давление 2 раза в день, температуру 2 раза в день меряем. То есть они у нас находятся под полным нашим присмотром. Компания «Пенсион Групп», открывшая пансионат в Щелкове полгода назад, широко известна в Подмосковье и по области насчитывает десяток подобных учреждений. Главный посыл – чтобы старость действительно была в радость. Несмотря на то, что принимают сюда пожилых граждан с определенными нарушениями, перенесших инсульт, инфаркт, страдающих деменцией, болезнями Паркинсона и Альцгеймера, все же благоприятный режим дня и любовь персонала способны творить чудеса. Здравствуйте, мальчики. Как дела? Нормально. Мне здесь нравится. Здесь очень уютно, чистенько, аккуратненько. За нами хорошо ухаживают. Я даже прямо очень довольна, потому что я за все свое время я так не отдыхала, как здесь. Всегда все вовремя делается. Всегда добро, тепло от них идет. Большое им спасибо. Для постояльцев здесь предусмотрен полный пансион, круглосуточное проживание, вкусное и сбалансированное питание, прогулки на свежем воздухе, занятия физкультурой, при необходимости оказания медицинской помощи, а также постоянное общение и интересный досуг – то, чего так часто не хватает пожилым людям. Я столько вышла картин, что я сама даже уже не могу искать. Это я, мне было 20 лет, а это мой муж, ему тут 37 лет. Кстати, постояльцев могут навещать родственники, правда, в определенные часы, чтобы не нарушать сформированный распорядок дня. Для того, чтобы определить в Щелковский пансионат своих родных, нужен минимальный пакет документов. Это значит паспорт заказчика, паспорт самого постояльца, медицинский полис. И если, конечно, есть какие-то выписки из стационарных учреждений, то их тоже нужно будет привезти. Пансионат рассчитан на 60 мест. Находится на улице Краснознаменская, 15, корпус 3. Всю интересующую информацию можно узнать по телефону или на сайте, которые вы видите на своих экранах. Наталья Медведева, Александр Ржевский, Щелковское телевидение.